Думаю, мне лучше держать их при себе. Тут тревожное предчувствие, что я ощущаю рядом с вами. По мере того, как тема приближалась к чему-то ужасному и запретному, произносить слова становилось тяжелее и тяжелее. Что ли? Вы всегда знали, что он означает? У меня есть несколько предположений, ответил профессор с непроницаемым выражением лица. Я не буду их все озвучивать, но кое-что я вам скажу. Когда мы оказываемся близко, это ваша судьба дает о себе знать, а не моя. На этот раз мы...